Привет, слушайте, я, в общем, короче, все, договорилась, меня завтра отвезут, значит, в Кировалле, потому что, ну, знаете, на машине, просто обидно, что на машине 15 минут, а, значит, на всех этих пересадках будет полтора часа, поэтому я решила все-таки пойти в эту церковь, которая вот дома в тот раз была закрыта, и попробовать. Но смотрю, что здесь такая есть церковь в Сан-Карло, которая около Сан-Бабила, которая вам показывала огромный купол. Я потом вам покажу. Просто мне что заинтересовало. Во-первых, написано «дом». Смотрите, да? «Дом» написано. Вот. Во-вторых, написано, что это базилика Романа Минор. То есть это относится к периоду, мол, как бы, получается, к Римской империи. И поэтому я решила туда зайти и посмотреть, что там. Мне кажется, там опять праздник. Но мы сейчас, в общем, если меня не начнут, они на меня, конечно... Люди здесь, это центр города, естественно, видите, плоховато смотрят. Покажу вам быстренько лепнину, от которой я сейчас прямо вот упаду в экстаз и начну биться в истерике. Кто еще не понял, почему я показываю барельефы, вот эти именно на колоннах, потому что они мне напоминают детей Чужого, которые нам показали в фильме «Чужой», что они абсолютно не напоминают листья. Вот почему. Мои эмоции не от красоты, ребята, а от ужаса, который изображают эти листья. Но те, кто со мной в теме, они меня понимают. Но их мало, но просто те, кто не понимают, я вам объясняю. Это эмоции не какая красота. Сразу вам говорю. Поэтому я уже говорила, с головой у меня все в порядке. Так, идем. Опять коммуньоны. Да что такое-то? Ребята, опять коммуньоны тут. Ну, и мне теперь не снять. А церковь шикарная вообще. Здравствуйте. Посмотрите. Посмотрите, какой. Хотя бы купол вам покажу. Какой. Видите, какие статуи. Слушайте, мне опять коммуньоны. Да что такое? То есть у меня, наверное, миссия спасти детей. Просто покажу вам статую. Смотрите, какая птица. Потому что детей мне снимать нельзя, там родители меня сейчас убьют. Ой, блин. Я не знаю. О, кстати, какая рабушка. Семейство. Она прикреплена к стене. Слушайте, ребята, они на меня... Смотрите, мальтийский крест, блин. Ладно, знаете что? Я сейчас пойду туда, в ту церковь. Что сейчас, во всех церквях, что ли, это коммуньона, что ли, идет? Просто вообще удивительно. Просто родители смотрят очень внимательно. Слушайте, церковь вообще шикарная. С саркофагами совсем. Но, к сожалению, не... Родители не снимают, я вижу. Если кто-то снимал, я бы стала, как будто бы я тоже это снимаю, блин. Родители не снимают, поэтому, как бы, я не знаю, можно ли снимать. Я вижу бабушек, которые снимают. Ребята, дети все стоят. Вот, понимаете, мальчики и девочки все стоят в платьях белых, и у них венки. Венки – это все равно символ смерти. Понимаете? Они стоят в венках с цветами. Просто это вообще... Сейчас, подождите, я покажу вам крест. Смотрите, крест. Интересно, как же мне понравилось?
стою, короче, знаете, так буду, потом ко мне уже привыкнут, как бы, потому что снимают все равно, снимают, поэтому нужно будет между делом снять. Они сейчас просто каждый смотрит на своего ребенка и на меня не обращает внимания, потому, знаете, как бы. Детей просто. В общем, они идут. Я пока вам не показываю, потому что я боюсь камеру повернуть. Я сейчас вам покажу по куполам. Смотрите, какой купол. Посмотрите, вязь какая. Все, дети прошли, можно снимать. Смотрите, алтарь. Алтарь, смотрите. Какой алтарь. Обалденный. Сейчас все садятся. Это видели, я вам на кресте показала змея. Ладно, она меня выгнала. Сестра это меня выгнала. Но мы, вы слышали, я хотела специально, чтобы вы услышали фразу, что сегодня важный день, когда дети первый раз
примут Иисуса Христа. Понимаете, Иисус Христос — это их жених, понимаете? Ну вот это просто. И я опять попала на коммуньоны. То есть это сейчас, видите, недели этих коммуньоны. Ну, в общем, она права, что она говорит, что когда не будет мессы, да, вот этой вот, конечно, это вообще супер, там все-таки же несовершеннолетние, как бы я, получается, их могу снять. Это можно будет снимать статуи. Но церковь шикарнейшая, конечно, мы в нее придем. Вот. Сейчас я пойду, попробую зайти, опять в сатиру. Если она опять будет закрыта, ну я не знаю, что это такое вообще. Если она будет закрыта, мы пойдем тогда в базилику Сан-Лоренцо. Потому что там есть тоже, там тоже, как и базилика вот Санта-Бродзе, там тоже внутри очень интересно. Я там ходила, снимала, но почему-то не догадалась зайти внутрь. Хотя я вам говорю, что мы были в красной зоне, может быть, она была и закрыта. Вполне возможно, понимаете? Поэтому, как сказать, дело в том, что если бы хоть один музей был бы открыт, там одна просто вчера на меня, значит, ну, это явно было, конечно, спровоцировать меня на скандал. Я ее просто, я говорю, что я просто теперь удаляю и блокирую, потому что все равно, ну, внутри-то я потом все равно диалог веду. Это я же человек живой, как бы, что, типа, у вас скоро кончится информация, и, типа, я не вижу час. То есть я жду, когда у вас закончится информация, вам нечего будет снимать. Такая смешная, не могу. Понимаете, она думает, что я снимаю просто... Ну, красоты Милана. И как бы я хочу просто опять... Посмотрите вот эти вот... Вот эту арку, ее можно снимать вечно, мне кажется. Я уже ее в первые же дни моего... Кто со мной с первых дней знает, я уже снимала это в первые дни. Вот. И там, как обычно, наши листики. Удивительно, вот такое откровенное, знаете, такое, знаете, откровенная ненависть меня веселит. Я такое люблю. Ненависть — это вызов тебе. Вот. И, в общем-то, получается даже как бы признание тебя, что ли. А посмотрите, как интересно тут вот эти арки друг от друга отходят. Очень интересно. Посмотрите. Они не параллельно. Поглядите, как они. Вот смотрите. Здесь они, видите, как бы выходят близко, а потом они разделяются. Ребята, это первый раз такое вижу. Видите, какое извращение. Какое извращение вообще в строительстве. Посмотрите. Видите, да, как оно идет-то? Просто. Так, ну что, я через сетку снимаю, давайте я подойду. Смотрите. Поглядите, обалдеть, вот смотрите, видите, исходит из одной точки, и, это я повернулась на 180 градусов, и вот так вот расходится. Почему так надо было сделать, да? Вот, никому это не надо было, по идее, то есть это уже явно такое просто извращение, понимаете? Вот так вот. Жалко, жалко, что я не смогла вам показать там. Блин, ну сейчас вот где-то вот получается с конца апреля, да, и, по-моему, до числа 10 мая будут вот эти коммуньоны, блин. Смотрите, колонна из мрамора, да, отшлифованного огромного. А вставки из бронзы, ребята. Нормально, да? Вот, смотрите, вот это вот просто как. Понимаете, я не... Боже ж ты мой, не знаю вообще. Но это, понимаете, это как бы такие разговоры женщин с климаксом, по-моему, когда вот кто-то там в экстазе там падает. У меня, слава богу, еще этого нету, знаете. Как бы... Я вам показываю, понимаете, что вот представьте, вот это такие огромнейшие мраморные колонны. Посмотрите, какие они огромные. Отшлифованный мрамор. И между мрамором еще есть вставки. И там, естественно, наши яйца.
Между мрамором есть еще вставки из бронзы. Вот как это? Вот это меня очень сильно эмоционирует в плане того, что скажите мне, как и зачем, для чего вот так извращаться, так делать. Вот. Так, а я пойду, знаете, здесь я пойду. Потому что когда-то я тут ходила внутри, и сразу можно выйти на Виа Торино. Потому что чем мне все время по дому-то ходить? Вот хочу показать вам тоже вот эту арку. Посмотрите, здесь как бы, мол, настроили. Тут вот птицы эти. Сейчас я подойду поближе. Я не знаю, снимала ли я этих птиц. По-моему, нет. Поглядите, как арки над арками. Это как Порта Витторо Эммануэле, да, только ее как бы не... Ее вообще абсолютно не афишируют. Вот тут вот эти вот птицы. Кстати, в церкви, я забыла вам сказать, потом, если я по той дороге пойду, я покажу. Там еще и чешуя. Но вы поглядели, вы увидели, какая ракушка? Ракушка, я потрогала, она вообще, ребята, просто такой вот... Ну, извините меня, я не знаю, если это сделано из мрамора, или это настоящая ракушка, но это просто вот чистейший мрамор все равно. Это вообще такая... Какая же там должна была быть жемчужина, понимаете? А, нет, если я пойду туда сейчас, то я не на Виа Торино выйду, конечно же. Но все равно я пойду здесь. В общем-то, когда-то я жила в центре, я могу этим похвастаться. И я знала все скорчатори, знала все эти. Как обойти все, в общем, вещи. Здесь у нас, кстати, вот это вот тоже здание. Вот кто хотел там памятник посмотреть крупным планом. Я не понимаю, зачем смотреть мой канал, чтобы посмотреть памятники? Я вообще не понимаю, блин. Ребята, я не показываю памятники. Я показываю детали памятников. То есть я тот памятник, на который там тоже одна меня наехала, тоже ее удалила, ну, потому что, ну, смешно мне. То есть если надо памятники смотреть, так откройте Google. Господи, это... Я просто показываю вам здание сейчас, а не памятник. Так вот. Тот памятник, который там ко мне привязалась, я снимала для, как сказать, увидите звезды. Чтобы увидеть звезды, вот эти вот сатанинские символы. А не для того, чтобы показать, кто там изображен. Какая разница мне вообще, кто там изображен? Вот абсолютно нет никакой разницы мне. Мне нужно было снять... смотрите, это у нас команда гаишников. И, как всегда, самые красивые здания, понимаете, у нас, видите, заняты полицией. Посмотрите, вот это как здание издалека. Входит арка туда. Кстати, у меня есть фотография. Просто я хотела очень... Меня притягивает, смотрите, вот этот, где этот памятник, где стоит эта фигня, стоит обязательно всегда фонтанчик, видите? Фонтанелла это. Вот. Вот он, крупным планом памятник. Опять боги какие-то сидят, но какие-то не такие. Не, они мне не... Там шишки, они меня не возбуждают, моего любопытства. Вот, короче, это... Короче, на памятнике мне нужно было только поставить, как сказать, звезды. Все. Вот там поезд такой был, и вот на этом поезде нужно было мне поставить Мадонна, мне какой-нибудь Макина, не полиция. Это такая полиция, более-менее все-таки. Ой, какой у них, слушайте, вход... Но, наверное, нельзя снимать. Я не знаю, может, посмотрите, смотрите, какой у них двор. Они там гуляют, блин. Ой, смотрите. Это вообще, поглядите, поглядите. Ребята, я не могу это. Он меня там сейчас вообще... Я быстренько вам показала, но, к сожалению, не могу, не могу. Там все-таки надо к ним подойти и спросить разрешение, можно ли у них снять. А так...
Вот, в общем, короче, да. Смотрите, как вымощено все здесь, около дома, все, все вымощено, видите, вымощено вот это все. Вот еще военные до кучи, видите, как вымощено все. Дорога, да? Дорога у нас вся вымощена, посмотрите, вся. И вот наша Санта-Стефано, где там остатки тогда наши эти кости. Вот труба там. Можно было бы сейчас сюда, туда сходить, но все-таки я хочу сходить вот эту вот Сатиру. Фонтан тут вообще тоже интересное строение у него. Посмотрите, какая чаша огромная. Из гранита. Ой, чувствую, прямо кончается мация. Я вообще вся в страданиях. Все, последние капли у меня просто. Капли последние себя выжимаю. Наверное, буду закрывать канал тоже я. Наверное, нужно написать, не знаю, там, наверное, там типа... Ой, да слава богу! Господи, как же мы этого ждали! Ой, да, наверное, все, информации у меня нету. Мне говорить не о чем, блин. Наверное, надо закрывать канал, да. Просто Мадонина, как отсюда хорошо видно, да? Если бы мне нужно было вообще снимать барельефы в этой жизни, то я бы сразу бы была бы экскурсоводом, а не другими делами занималась. Да, мы можем только смотреть. И для нас это для красоты. Вот смотрите, что она там держит. Рыбу, да? Или что? Тоже ракушки такие. Ну, ракушка в церкви меня вообще, конечно, убила. Убила. Да, мне нечего снимать. Я на издыхании. Пожалуй, мне надо выйти на пенсию. Интересно тут, конечно, подумать, какая чаша огромная вообще. Сама чаша вот эта огромная, фонтана сама, да? Но у меня нет романтизма, знаете, вот сейчас. Пока у меня нет романтизма, потому что очень много у меня возмущений, и поэтому романтизм просто вообще отсутствует. Да, в 1969 году они это поставили. Ну, они, наверное, что-то там сделали, конечно, из вашего любимого полигранита. Но вот это точно не они делали. Это я могу точно сказать. Это сделали не все они, понимаете? Не все. Ну, ладно, пойду я отсюда. Блин, боже мой, военный опять. Да что такое? А вот это здание, которое я вам снимала, вход тут очень тоже интересный, но мне уже Львов, честно говоря, надоело снимать. Вот. И я сейчас схожу в эту Сатиру. Вот, если она закрыта, я все-таки нагло запрусь в дому и там начну снимать без спроса, пока меня не выгонят. Ну что, в этой церкви поснимала же все-таки несколько минут. И только потом меня выгнали. Я теперь поняла, что нужно с наглой мордой снимать. Ну, максимум тебя выгонят. То есть тебе подойду, скажут, нельзя снимать. И за это время ты уже снял много чего интересного. Я, конечно, тебе вам говорю, что не набралась наглости снимать детей. Но я думаю, что вы понимаете, что... Дети, как сказать,
шли все вот в этих свадебных платьях, понимаете? То есть это те платья, они свадебные. И венки на голове. Ну просто вообще, просто финиш. Так, ну вот тут дверь открыта. Сбоку. Там, небось, тоже что-нибудь проходит, сейчас не знаю. Почему дверь открыта здесь, я не понимаю. У меня как суббота, так я иду по площади дома. Обогляните, какая здесь тоже, видите? Интересно, статуя из золота. А вот, кстати, я посчитала вот этих вот 13 вот таких вот типа арок окон, да? Я говорила вам, да? Интересно тоже. Да. А посмотрите, интересно, что один, я не знаю, снимала вам это или нет, вообще привязанный к столбу вниз ногами, поглядите, на своей капсуле, но привязанный к столбу. Это как будто Иисус, что ли? Интересно. Смотрите, на какой опасной высоте они работают вообще. Смотрите, как леса поставлены, да? Так открасить там все, это вообще. С этой стороны я не снимала, вот наверху драконов, короче. Хорошо. В тот раз у меня свет не получался. Нет, ну вот как вот это, да, это, ну, понимаете, это вообще, конечно. Вот там мелкие эти. Не знаю, на какой там высоте уже, блин. Ничего не видно, да. Так что принимаю критику, но... К сожалению, ничего не могу сделать. А вот смотрите, вот тут капсулы, на них нет людей, да? Вот очень интересно. Ну, кстати, вот смотрите, вот как идет сама, видите, вот эта вот линия, да? Сколько их? 10. Вот видите, вот этих линий, да? Вот что они изображают. И вот эти капсулы на этих, видите, линиях, да? А вот эти капсулы, видите, без людей, но с какими-то растениями, вот. Какими-то пупками. Это интересно. Каждый на своей капсуле вообще. Просто. Уже 11, надо идти к церкви к этой. А то опять никуда не успею. Нет, я просто вчера там... Ребятушки, у меня была просто встреча там, значит, на Костелушке. И я там снова нашла стену, которую я вообще абсолютно упустила из виду, ребята. И вот если сейчас ничего нет, так как я уже договорилась на завтра, в общем-то, поехать к Яровали, то я тогда схожу. Посмотрите здесь, какая площадь, как все галькой вымощено, с красным. В общем, ой, здесь, к сожалению, приходится постоянно натягивать маску, тоже полно. Здесь, наверное, то, что здесь вообще.
Здесь, по идее, музей. Вот, люди стоят. Дверь там открыта. Но если я пойду, то дверь открыта. Не знаю для кого, для чего. Вот. Но все-таки я пойду. Как бы Палаццо Реале. Милано Палаццо Реале. Там Вилла Реале, здесь Палаццо Реале, Музео дель Домо. Ну, я иду с наглым видом, конечно, никому это не нравится. Ну, что, пойди, пока меня не гонят. Я хочу показать вам, во-первых, двор, я сейчас покажу вам. Во-вторых, посмотрите, какая лампа. Какой фонарь, да? Обалдеть. Какой фонарь. Офигительный фонарик. Посмотрим, что наверху. Рядом покажу. Ай. Так, они все пошли туда, блин. О, 27 апреля он откроется во вторник, представляете? О, ребятушки, в общем-то, мы сюда придем. Посмотрите, как отсюда красиво все. Вот. Просто это домо. Он кажется такой, как будто бы вообще какой-то печенюха огромный такой, который может просто вообще в любой момент. Так. Закрыто, да, там? Ну ладно, во вторник они собираются открывать. Вот, поэтому посмотрите, просто вот двор какой, да? Вот. Арки тут все. И во вторник мы сюда вернемся. И лампы тут, конечно, просто огромные вот эти вот фонари. Так что там это, кто, значит, как сказать, думает, что я экскурсовод. И что у меня скоро вообще закончится информация. К сожалению, для вас откроются музеи. То есть,